Американские инструкторы в ближайшее время начнут тренировать бойцов украинской нацгвардии. О таком решении властей США сообщил вице-президент страны Джозеф Байден. Он побеседовал по телефону с Петром Порошенко. Речь шла о ситуации в Донбассе и о западной поддержке киевской армии. Так, по словам Байдена, уже в конце марта на Украину прибудет первая партия американских военных автомобилей. Как подчеркнул вице-президент, Соединенные Штаты готовы помогать Украине в усилении ее обороноспособности. В свою очередь, Петр Порошенко доложил Джозефу Байдену о том, что подписал закон об особом статусе Донбасса, ранее одобренный Верховной Радой. Напомню, власти ДНР и ЛНР накануне заявили, что поправки в документ грубо нарушают минские договоренности. Территории Донбасса в тексте называются оккупированными. Проведение местных выборов, как сказано, возможно только под строгим контролем Киева. К тому же текст закона Киев не согласовал с властями Новороссии, хотя был обязан по минским соглашениям. Принятие такого закона осудил также российский МИД, однако вице-президент США документ одобрил. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.